Добрый день, Давид. Меня зовут Оксана. Я долго не решалась записать вам это видеообращение. Извините, если что не так, очень нервничаю. Хочу немножко больше рассказать о нашей проблеме. Нашему ребенку, его зовут Рома, 5,5 лет. Проблему мы заметили, ну, уже так основательно, где-то в 2,5 года. То есть до этого, в принципе, ребенок развивался нормально. Единственный момент не было указательного жеста. Ну, так как у нас это первый ребенок, на эту проблему, то есть мы не придали ей достаточно внимания. Он начинал разговаривать, были слова «мама», «папа», «баба». То есть он гулил, да, гулил он недостаточно, как потом уже оказалось, как мы уже выяснили. Когда уже педиатры начали задавать вопросы, оказалось, что гуления было недостаточно. Собственно, на это мы тоже должны были обратить внимание. Но на тот момент на это внимание никто не обратил. Все успокаивали, что ребенок рано или поздно разговорится, что эта проблема, то есть, решаемая. Сейчас дети очень многие поздно начинают разговаривать. И, соответственно, из-за этого мы с мужем, то есть до последнего надеялись, что это все-таки само собой, как говорится, пройдет. Но это не прошло. Где-то уже около 3 лет у ребенка начали исчезать эти слова, которые он говорил. Он полностью замолчал, полностью ушел в себя, перестал откликаться на имя, хотя до этого тоже откликался не всегда, то есть, но чаще. Потом он вообще перестал на него реагировать, то есть, скажем так, совсем под настроение. Это было очень редко, то есть из 10 раз ребенок, может, два раза откликался. Что еще такой важный момент был, на который мы тоже не обратили внимания. Вот, не отзывался на имя, указательный жест. И да, и мало игрался со сверстниками. Это тоже такая была у нас проблема с детками. Он как бы, он их не боялся, он шел на контакт, но он старался уединиться, старался уйти от шумной компании подальше, сесть себе играться где-то наедине с собой. Хотя ребенок очень контактный был, он не боялся ни посторонних, охотно шел на руки. Но это были больше взрослые люди, чем дети. То есть на детей он реагировал неоднозначно. То есть ему не нравилось, когда дети кричат, когда, то есть громкие звуки. Вот он старался этого, он не плакал, он старался просто этих моментов избегать. То есть старался где-то играть на стороне.